Но спросив, вопрос, почему происходит так, что приходит такое раскрытие, как Ари, а потом еще 500 лет после него, в принципе, берет для того, чтобы навести порядок в его текстах. Почему время вот так вот размазывается и растягивается, это зависит от развития следующего этапа выхода душ, которые выходят все как в сферот, когда есть у тебя разница между сферот, когда каждая сфера обратно той, что наверху, и обратно той, что внизу. Потому что каждая сфера — это что-то совершенно новое, новый мир. В соответствии с характером своим, силой, согласно всему, что есть в ней. И поэтому иногда мы видим, что бывают периоды 1000, 1500, 2000 лет, и ничего не происходит. И вдруг есть у тебя за короткий период очень-очень много изменений, тесно связанных. И это не мы устанавливаем, но такова духовная природа. Когда мы постигнем и поймем, почему это, и не будет у нас никаких претензий и жалоб, но мы увидим, что так все происходит согласно природе. Мы должны, я думаю, продолжить Дуди. Хорошо, продолжим читать. 9-й пункт. Зато большая любовь ощущается нами от Творца в том, что мы дожили и удостоились дыхание жизни нашей, Большем Това, где мера величия и силы святости, которая выше любой мысли, любого слова, не наблюдалась еще и не будет наблюдаться никем, кроме тех, кто удостоились служить Его свету. Они тоже в определенной мере, каждый согласно тому, что получил в свое сердце. Так пишет нам Бааль Сулам, что мы удостоились, это уже было ближе к нам, 200 лет назад, когда мы удостоились очень большого каббалиста, которого звали Бааль Шем Тов. Не все принимают его, не все вспоминают его, не все его изучают. Он почти ничего сам не написал. Он только просто повсюду, куда бы ни ехал и не выступал, он распространял науку каббала, и поэтому так много сейчас есть учеников, каббалистов, которые еще тогда встали со времен Бааль Шем Това, и до сегодняшнего дня его методика является основой всей науки каббала, которая развивается в наши дни. Да. И верно то, что свет Его Торы, Его святой мудрости зиждутся на порах святости, взятых главным образом от Арии. Однако их подходы совершенно не похожи друг на друга. И я поясню это притча о человеке, который тонет в реке. Он поднимается, всплывает и снова тонет, и видны только его волосы на голове. Тогда его ищут, как схватить его за волосы и спасти, схватив за голову. Иногда же всплывает его тело, тогда думают, как захватить его за сердце. Аналогично вследствие того, что человек из Израиля тонет в злобных водах изгнания раздора среди народов того времени поныне, то поднимается, всплывает, то снова опускается. Не все времена одинаковы, и во время Ари была видна только его голова, и потому Ари старался ради нас, спасая нас через голову. А во времена Бааль Шем Това было легче послабление, и потому благословением для нас было спасать нас, соответственно, сердцу. И это было для нас большим и верным спасением.
Но за грехи наши великие, в нашем поколении колесо снова перевернулось, и мы удивительным образом опустились, как с высокой горы, в глубокую яму. И нам добавили еще раздор между народами, который запутал весь мир. Потребности стали больше, а разум меньше. Испортился грязью материи, забивающей свою долю головы. Рабы скачут на конях, а знатные идут по земле. И все сказанное в Мишне в трактате Сота, как упомянуто выше, произошло с нами из-за грехов наших великих. И снова пал железный занавес, и для этого великого света Бальшем Това, который, как мы сказали, светит все больше, вплоть до нашего полного совершенного избавления. И не верили мудрецы сердца в возможность того, что придет поколение, которое не сможет увидеть его света. И вот померкли глаза наши, забыли мы о благоденствии. И когда увидел я это, сказал я, время действовать. И потому встал я, чтобы широко раскрыть врата света данного Арии, ибо он подходит, пригоден также для этого нашего поколения, как сказано выше, а вдвоем лучше, чем одному. То есть что он нам хочет сказать? Было у нас после многих лет был очень великий человек, очень важный каббалист Бааль Шем Тов. И он объяснил науку каббала и говорил об этом много, хотя сам почти ничего не написал. И поэтому у нас нету по-настоящему его слов. Но то, что он раскрыл людям в его поколении, он говорил много. И тот, кто принял его методику, он остался как каббалист до сегодняшнего дня. И это его методика. Вот и все. А после этого, уже после Бааль Шем Това, вставали каббалисты. В особенности это в Восточной Европе. И они продолжили науку каббала. И между ними также и Бааль Сулам, который полностью основал себя на каббале Ари и Бааль Шем Това. Когда Ари говорил о структуре высших миров, а Бааль Шем Тов говорил о работе человека для того, чтобы достичь этих высших миров. И так, то, что он говорит, лучше двое, чем один. Что мы так должны схватиться за их обоих, как за Бааль Сулама, так и за Бааль Шем Това, и так приблизиться к раскрытию Творца. И это, по сути дела, Бааль Сулам все передает нам в своих рукописях. Турция 1.